Так, Шилкинскую берем сегодня. Я что-то тут подумал. Я так все улицы, наверное, возьму, буду. В Нерчинске проеду так, с таким разгоном. Знаменитая града, ну не скажу, что градообразующая, в кавычках. Но много работает здесь, служит. Колония номер один, взрослая, мужская. Слева. Вон сколько машин. Шелкинская. Кстати, у них тут хоккейная коробка. Вон там вот на территории. Сейчас не знаю, эту зиму вон там заливали что-то. Ну, кто, если кто занимается, от людей зависит. Ну, а по центральным улицам и так иногда, может, просто буду повторяться, просто включать уже, как бы, подсаживайтесь и проедемся. Типа того. А улицы все. Интересно, мне самому стало проехать все улицы Нерчинска. Рабочую пересекаем. Ну, потом еще зимой. Но зимой уже. К зиме, наверное, уже все проедут. Потом так только повторы будут. Прогулки. Если девушки нынче не лето, обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет. Сейчас проехал, здесь сестра Семена Васильевича Бестовалова жила, с ней немного общался, да больше по-житейски, помощь приглашала там. Ну все, вот она, как бы заканчивается. Упираясь в Пролетарскую.